Друзья, ну что, давайте сделаем небольшой обзор на средства для ухода за полостью рта в масс-маркете. Давайте посмотрим. У нас имеется компания BioRepair. Я сразу подхожу к этой линейке, потому что она действительно проверена и имеет такой свой знак качества. И средства для ухода, у кого проблемные десна, очень классно помогает. Рекомендую. И сразу же рядом... Вот такое вот средство, которое помогает от чувствительности на зубах. Те, кто, вот, знаете, любит использовать абразивные зубные пасты, пожалуйста, пользуйтесь специальным антибактериальным ополаскивателем для полости рта. Также рекомендую, смотрите, какая классная история. Многие пациенты спрашивают, что можно использовать для ирригатора. Отбеливающая зубная паста. Рекомендуют стоматологи. Да, действительно, можно использовать, можно побаловаться, но она очень может быть агрессивной для эмали ваших зубов. После такой пасты может появляться чувствительность на зубах. Также в целях гигиены обязательно уделяем внимание зубной нити, прочим зубным ёршикам, потому что это обязательно надо делать. Межзубные контакты всегда надо прочищать. У кого-то они плотные, и если оттуда не вычищать, там образуется кариес.